Приветик, давай поговорим. В общем, мне очень интересно знать твое мнение. Напиши, пожалуйста, в комментариях. Интересно ли тебе вообще видеть другие игры в моем исполнении? В этом ролике будет самый кривой читер. Как, собственно, вы могли понять по названию. Ну, потому что этот чувак, реально, он только как будто бы зашел в Warface, дошел до ветеранов и двигается по, как полнейший ботяра, но при этом нереально убивает. И также в этом ролике будет каточка с колды, очень сочная, максимально фражиковая. И также я попрошу вас максимальной поддержки под этим роликом, потому что без нее просто-напросто не дожить до новой игры от HeimZone. Ну, а Warface, я думаю, многим уже поднадоел. Да и буду с вами честен, я в него в последнее время тоже особо-то и не играю. Но роликами буду вас баловать. Причем очень сочными. Давайте, в общем, устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра. Пообещайте мне, что досмотрите ролик хотя бы больше, чем половину. Там начнется колда, ну и, собственно, посмотрите, вообще интересно ли вам будет такое. Не в принципе колда как игра, а именно в моем исполнении. Давайте, погнали. Может быть читы, может быть нет. О, странная голова была, ну ладно. Понял. Я вопросов больше не имею. Берите АВП и медиков двух. У меня чел. Отлично. Ну такая себе на самом деле затея, тут пытаться резать. Опа! Опа! Ему вон тап прям. Смотри, залез в окно. Залез. А, он зашел. Понимаю. Где он есть? В респе? Я его убил. Он бежит его резать. Нет, нет, в углу. Титаник. Титаник вас. Дон взял! У меня зелень он. Надо быстрее, пока на дистанции, надо его убивать. Он. А, он спрыгнул. Даль, даль, даль. Какой нахуй? Он простреливает ее. Ой, хорош, рез, 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 иди. Оху, рез. Ага, там еще. Найс. Там еще чел в зелени. Наркофон, надо убивать этого чела быстрее. Все, спина. Найс. Лучший. Так. Сейчас будет больно. Пойдем как-нибудь что-нибудь придумывать. Парапеты там, не парапеты. Дымы вообще не кидайте. Нет смысла кидать дымы. У меня окно медик. Одна ошибка, и ты ошибся. Егор тоже софтом, слышь? Хорош. Забрал его. Еще остался боец. Смотрите, пиксель. Найс, резай метод. Он, лежа, лежа, лежа. На мусоре он, в смысле, да, да, в разломе. Эти, взорвал он. Лежа надо будет резать. Он вышел, 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 он стоит, смотрит тебя, талыш. Он префит. Он знает, где ты, смысл ты. А, ясно. Мы проиграли. Он знает, где ты. Зачем так ему делать? Взорвите один из объектов противника. Ну, кстати, да, вроде бы мне помог. Он типа его обходил, он не через дым стрелял. Опять, блин, в окно залезут. Да, самая быстрая рука на диком западе. Найс, найс, минус два чита, надо резать. Алло, Керентий, бля. Под очко закатился, найс. Пропет, резай. А, ну может так. Бомба потеряна. Найс. А, не взрывает, так, понимаю, да? Да, у него читер, читера можно взрывать. Ну, по крайней мере, бойца вот этого. У него нет защиты от взрыва. Я его убил. Разменял, правда, но убил. Ну все, я труп под контролем. Еще есть БК. Иди сюда, медик. Мортич, иди сюда. Арка. Нет, пойдем играть. Он мне в голову дает. Резай сразу, резай, он отошел. Надо было вам окно не отпускать, наверное. Так они со всех сторон нас просто. Да я понял, да. Боец, боец, сука. Оси овец. Так это один, что ли? Ага, заеб... Он, да, его можно убивать, ребят. Не спешите авиками дохнуть очень быстро на первых таймингах. Надо нам сначала, в первую очередь, нам надо убить бойца. Ну, вычислить сначала, где он и так далее. Наш чит! Нет, блядь, не чит! Скилл просто. Мортич еще под пиксель. Есть? БК. БК или окно? Это разные БК. Вещи. Есть двойка. Окно, если что, на единице. Еще окно. Блядь, всех гранаты. Окно. Инфа по бойцу нету? Он, походу, был на двойке. Но я боюсь, что он в спину придет. На бокал. Окно.
да? Синька. Убил его. У меня есть. Он поставил меня. Слепой. Все бойцы противника убиты. Блядь. Если что, на единице это окно, а БК это на двойке. Это, ну, разные позиции. На, серьезно. Я понял. Где он, на банане? Это на арке, Заходим. Он заходит в рынок? Нет, стоит там, сейчас будет стоять. Окно еще, на окне есть. А у меня тут какая-то козлина сидит, меня контролит. На окне есть. На мешках есть. На мешках, на лестницах прыгает. Где тут? Куда идет, скажи? Синьку смотрит, около зиги. Синька ресет. А где этот читак? Около зиги стоял, Синьку смотрел, последний раз. Бомба установлена. Ну как я должен выиграть против двух софтов? На изи. Я увидел. Осторожно, граната! Не на время играет. Блядь, был шанс убить его сейчас. Мы проиграли раунд. Но выиграть шанса раунда не было. Установите бомбу. Раунд начался. Дай палец, пожалуйста. Проходите, я вам посмотрю, чтобы вам в спину не зашли. Алло, проходите, подадим. А, Юсуфчик АФК стоял, я против читера один в один был. Тоже прокинул БК. Это он БК. Я взрываю. Он ушел. Давай, взрывай. Он не ушел. А нет, он там. Ушел. Опустился. Нет, поднялся. Поднимается. Меня обдачал тут. Nope. Ну конечно, да, запушь меня. Софтом, ты что не запушить? Обсосы, блин. Да, боец, конечно, пасет овец. Мне кажется, снаряга топовая. Это просто пить качал? Читы. И играет. Это видно, потому что, блядь. Да, он играет непрофессионально. Понимаешь, поиграешь в Warface против таких, сразу экспертом станешь. Ну да, на самом деле да. Но я даже не знаю, что лучше. Багер, дебил какой-нибудь, который хорошо играет. Или выиграющий читер. Что лучше? Лучше хуёвый играющий читер. Это реально. Багер. Да, давай, выигрываем. Все, что возможно. Боник, гоу. Да. Че, я нашел специалиста. Найс. Это штука. Знаешь, каточка на 20 кило. Намечается, я чувствую. Нихуя. Ебал. Вот тебе мотивация. Блять, ну этот дистайм вонючий. Что, добиваешь шакал? Да, прямо. Не отдай ему специалиста. Или он не дропается? Убил его. Давай. Кстати, идем. Говоря, специалиста не видно, что-то он не дропается, что ли? Нет. А может, он до конца катки? Нет. Сейчас же, ага. Сейчас гулаг буду следы видеть. Ну а что там? Ну я хищничка тут ловил. Обманывал, перехитривал. Это тот, который тебя убил. Реально? То есть тебе уровень моя теперь. Есть моя! Сладко. Где людишки? О, ни хрена, вот тут человек 20. Погнали туда? What the fuck, мазафака? Что готовый? Что, они все зафайтились уже? Охренеть. Дистайминг. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Лошара. Он побежал. Ah.
Ты его прикладом ходил задумать? Мы с ним, да, да. Чел высадился. За дом. У меня. Фулка. О, мы сами коней. Чего, блядь? А с деньги у нас есть. Деньги есть. Ну, ёб твою мать. На эпохе. На банке, короче. Ты можешь прикрыть лесенку? Я заберу сейчас. Ты его убил, да? Да. Я на свой труп падаю. Ну, это прикол. Я в одном кемпе. Просто дрочит сидит. Олень. Задел. Отлично. Все тебе. Что это стреляет? Что зависть-то? Блять, иди нахуй. Его еще с сапоги тушит. Он заслужил. Мы его убили. Вызываю авиа. Куда ты, блядь, прыгаешь так? Готовьте фазумчики. Там такой бас-буст был конкретный прям. Двое, одного же в кузове показывали. Да ни хрена, из этих... Не могу. Нокнул одного. Обезвредил нашу тачку. Тачку? Нашу, уйди. А, понимаю. Обезвредил, блядь, проверяй. Опа, у них там стычка. Жизнь ебет всех. Хуй, а случается. Сука! Можно не идти, да? Да, вроде можно не идти. Меня убил. Да, на втором этаже. Брат, стой, блядь. Тех два, кстати. Вижу. Куда летит пуля? Пиздец. У меня они просто сели. Один хп он. Ну что это за дерьмо? Один хп чел оставил. Народ, выходи на пляс. А там хоть что-нибудь торчит, чтобы попасть туда? Вот я тоже, я вижу только трассера. Ну как кряк? Да, вот это зато ног, когда чел прыгает. А стоячего кряк. Ну иди его, френд. Да. А этих на трене ты... Нет. Че у меня там было? Дубинки? Тут крякнул. Меня откуда-то стреляют? Не понимаю откуда. Все, помоги, пожалуйста, мне чела вычислить. Где? Где-то у меня на трене. С авиком стреляет. А, вижу. Все, понял. Кряк, ну почему опять кряк? Я в голову даю! Я вас стрелял. Второй тоже. Одному дал. Второму дал. Второй был забит, конечно. Но мама тала. Обоих убил. Ну я чел быстро. Нет, меня еще все. Ног. Добил. У меня еще двое. Еще поднимается. Не понимаю.
чикен кебаб. Работка сделал, идет туда. Дал ему чуть-чуть. Отлично. Угу. Где? Настройки. Все, я взял станы. Буду пробовать. Ну что, хреново стреляет она. Один на верхнем этаже, другой пониже. Они сидят просто. Идеально сработано, Степан! Ю-ху! Наконец-то, наконец-то! Наконец-то! Ну, 40 ракет пойдет. Ну как 40 ракет? 38. Ну там, конечно, вот те бобры, которые на этих были, на похоронах, на кладбище, они вообще, конечно, интересные были. Я не знаю, как он меня перестрелял. Но я у него столько стрелял. И не перестрелял.